В течение нескольких дней молодежные лидеры, представители студенчества и депутаты, представляющие интересы молодого поколения в национальном парламенте, принимали участие в заседаниях круглых столов. Темы важные во все времена. Здоровая молодежь, здоровая страна, молодежная политика как стратегическая составляющая государственного управления, молодежное объединение как эффективный инструмент социальной и гражданской позиции молодежи, наша общая история, победа советского народа в Великой Отечественной войне. Основная тематика этого года – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Что сделано, что возможно сделать для того, чтобы в дальнейшем те же самые молодые депутаты отстаивали правильные позиции для того, чтобы не было развития идеи неонацизма, неофашизма, который мы, к сожалению, в некоторых странах на сегодняшний день активно наблюдаем. Более 100 лидеров молодежного студенчества разделились на 5 секций, чтобы обменяться опытом своей работы. Принимают участие в работе секции и депутаты городского собрания Сочи. Сегодня мы на площадках говорим о доступности развития спорта, о том, как развивать молодежную политику не только к значимым датам, к 70-летию Победы, да, но и развивать ее на протяжении всего года. Говорим о развитии внутреннего туризма. И площадка города Сочи, наверное, является одна из таких ярких для того, чтобы открыто показать депутатам из других регионов, из других стран СНГ, что можно именно приехать к нам в город Сочи, получить удовольствие. Это определенно будет нотка патриотизма.